Современная городская среда, уют и комфорт в каждый двор. В Карачаевске активно идет благоустройство 15 дворовых территорий. Проектно-аналитическая сессия «Продвижение». Кадровый проект объединил в Архызе более сотни молодых сотрудников налоговой службы. Год педагога и наставника. В рамках объявленного года провели всероссийский педагогический диктант в двух школах региональной столицы. Карча возвращается на историческую родину после нашествия Тамерлана. Одноименный спектакль посмотрели уже в нескольких населенных пунктах. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Джангюзов. Указом президента России Владимира Путина на должность начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии назначен полковник полиции Руслан Яковлев. Нового руководителя главе республики Рашиду Тимрезову представил командующий Северокавказским округом войск Национальной гвардии России Сергей Захаров. Он отметил, что профессиональный опыт и личные качества Руслана Яковлева станут основой успешного руководства веренным региональным управлением и помогут в выполнении поставленных задач. Руслан Яковлев свою трудовую деятельность начал в Федеральной службе России по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области. С 2016 года продолжил свою службу в войсках Национальной гвардии, где занимал командные должности. Награжден медалью орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Рашид Тимрезов поздравил нового руководителя и поблагодарил Сергея Захарова за всестороннюю поддержку регионального подразделения и эффективное взаимодействие с органами госвласти Карачаева-Черкесии. Глава региона отметил, что в управлении Росгвардии по республике служат высокопрофессиональные военнослужащие, настоящие патриоты своего отечества. С первых дней начала проведения СВО под руководством предыдущего руководителя Андрея Пархоменко росгвардейцы выполняют поставленные задачи. Руководство региона с ними находится в постоянном взаимодействии, оказывает различные меры поддержки как им, так и членам их семей. С новым руководителем тесное взаимодействие будет продолжено. Уют и комфорт в каждый двор. В Карачаевске активно идет благоустройство 15 дворовых территорий. Ремонтные работы реализуются в рамках программы «Современная городская среда». Сейчас облагораживает двор по улице Ленина, 56. О том, на какой стадии находятся ремонтные работы, узнавал Алихан Лепшоков. Для жителей благоустройство этого многоквартирного двора является радостным событием. Дворовая территория по улице Ленина, 56, обширная, и давно здесь не проводился капитальный ремонт. Совсем скоро здесь появится современная детская площадка, скамейки и места для парковки машин. Осталось выровнять дорогу и уложить асфальтное покрытие. Представитель отдела строительства Карачаевска отмечает, что все работы будут завершены до конца этого года. Запланировано 15 дворовых территорий. Это в состав входит и ремонт, и благоустройство. В данный момент вот мы находимся на улице Ленина, 56, корпус 5. Тут 216 квартирный жилой дом. В общем, большая площадь ремонта и благоустройства идет. Сметная стоимость данных видов работ на данном объекте 9 700 000 рублей. В настоящее время ведется строительство. На территории двора будет проводиться озеленение и установят освещение. Уже появились бордюры и совсем скоро проложат тротуары. Жители отмечают, что с благоустройством двора свободное время можно проводить с уютом и комфортом. Конечно, очень приятно, что делают нам хорошо. Огораживает двор, детям площадку детскую будут это делать, уже и делают. Конечно, нравится. Очень даже хорошо и красиво вагается. Все будет нормально, наверное. Мы рады, дети будут радоваться. Нам очень приятно. Мы живем и живем. Хотим жить красиво. Спасибо большое, что за нами так ухаживает. А это улица Курджиева, 4, где уже завершены работы по благоустройству двора. Важно отметить, что все строительные работы ведутся по программе «Современная городская среда». Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.
Кадровый проект «Продвижение 2.0» объединил в Архизе более сотни молодых сотрудников налоговой службы. В нем приняли участие специалисты территориальных налоговых органов, расположенных в Южном и Северокавказском федеральных округах, а также на новых территориях, вошедших в состав России. Альбина Ламкова с места события. Я не случайно пришел именно в Федеральную налоговую службу. Еще в юности, посмотрев документальный фильм об известном преступнике Аль Капоне, меня поразил тот факт, что столь опасного преступника сумели привлечь к ответственности именно сотрудники Федеральной налоговой службы. Именно поэтому еще тогда я задумался о выборе именно данной профессии. Не пожалели вы? Ни капли. Всеволод Корнута приехал из Республики Крым. Несмотря на юный возраст, у него амбициозные планы. Использует любую возможность для получения знаний и практики. Нацелен на успех, высокие результаты, быстрый подъем по карьерной лестнице за счет качественной работы. Этот форум как раз и предназначен для такой молодежи. Возможность пообщаться с коллегами из других регионов, узнать их методы и подходы к работе, чтобы в дальнейшем повысить эффективность уже моей работы. В целом, работа в команде мне очень нравится, у меня очень активная команда и прекрасный наставник. Проектно-аналитическая сессия продвижения рассчитана в первую очередь на молодых сотрудников, которые недавно работают в Федеральной налоговой службе. В программу интенсива включили мастер-классы по новым технологиям и наставничество от опытных. Организация очень на большом, высоком уровне. На самом деле создавать, вот, креативить здесь и помогает и инфраструктура, и природа, которая вдохновляет, конечно же, своим красотой. Новое поколение, конечно, приходит совсем уже с новыми знаниями, с новым багажом умений. И то, что мы там долго что-то учились и внедряли, они это знают уже изначально базово, все эти технологии, все эти айтишные истории. Они знают, соответственно, как сделать проще и как сделать удобнее. Мы понимаем важность этого мероприятия как с точки зрения кадрового потенциала. И, может быть, на данном проекте появятся новые идеи, которые перерастут в пилотный проект ФНС России, как это было, например, с мобильными приложениями для самозанятых. И приветствуя молодых специалистов, ждем интересных проектов, хороших идей. Кадрам в налоговой службе уделяют большое внимание, так как люди – это основное. Все на них строится и базируется, было отмечено на мероприятии. А вклад в развитие талантливых и амбициозных молодых сотрудников и повышение их увлеченности в работу ведомства принесет неоспоримый успех всей системы, уверены организаторы. Площадка в Архизе объединила 15 проектных команд, чтобы поработать над решением актуальных вопросов по налоговой тематике. Опыт такой масштабный. Здесь очень крутые ребята, с которыми приятно пообщаться, получить какой-то опыт. В налоговой службе не так давно, но потихонечку как бы стараюсь слиться. Представляем проект по камеральной контрольной работе. В Архизе нравится, все отлично, отличная атмосфера. Для нас пока все сложно, но мы много-много-много аббревиатур, мы это пытаемся упростить, чтобы людям было яснее, вновь привнятым сотрудникам. Проектно-аналитическая сессия продвижения завершилась защитой командами проектов по налоговой тематике перед экспертами. Здесь участники продемонстрировали навыки публичных выступлений по протекции представленных концепций в работе. Уже в ближайшем будущем участники продвижения 2.0 смогут применить полученные знания и опыт проектной работы в своей профессиональной деятельности. А самых инициативных ждет повышение по службе. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Архиз. Всероссийский педагогический диктант провели в двух школах региональной столицы. Его участниками стали не только преподаватели и ученики 9 и 19 гимназии Черкесска, но также все те, кто так или иначе связан со сферой образования. Символично, что в год педагоги-наставника организаторы решили обратить внимание общественности на традиционные для отечественной педагогики ценности, о чем перед началом написания работ сообщил по видеосвязи ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков. Педагогический диктант проводится для того, чтобы сформировать у учителей определенные знания о трудах великих наших ученых, о методике преподавания. Здесь основные вопросы – это то, что для учителя в первую очередь – учитель, ученик и наше взаимодействие с ними.
учителя, воспитатели городов и районов Карачаева-Черкесии, студенты педагогического колледжа и учащиеся психолога педагогических классов, почетные гости, также приняли участие во всероссийской акции «Педагогический диктант», приуроченного к 200-летию со дня рождения великого российского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Участники прослушали отрывки из его произведений и, используя свой профессиональный опыт, размышляли над поставленными вопросами и искали самостоятельное решение поставленных задач. На поиск и оформление ответов всех трех заданий давалось 150 минут. На территории 12 муниципальных образований Карачаева-Черкесии функционировали 15 офлайн-площадок. Все с удовольствием приняли участие в педагогическом диктанте, основная цель которого – популяризация идей отечественной педагогики в контексте практической деятельности современного педагога. Оценивать работы будет экспертная комиссия. Сегодня мы приняли участие в всероссийской акции «Педагогический диктант». Сегодняшнее мероприятие посвящено 200-летию со дня рождения нашего педагога Ушинского. И, конечно же, те вопросы, которые поднимает он в своих трудах, они актуальны были во все времена и остаются актуальными сегодня. Поэтому мы с удовольствием принимаем участие в этой акции и еще раз убеждаемся, что дело наших педагогов великих, оно до сих пор помогает нам в будущем, в нашей работе и всем нашим будущим поколениям учителей. В своей работе Константин Дмитриевич Ушинский пишет о необходимости совмещать физический и интеллектуальный труд. В современной школе трудовому воспитанию уделяется мало внимания, что отрицательно влияет на воспитание школьников. Сегодня школа уже ставит задачи трудового воспитания, то есть возобновляются дежурства по классам, генеральные уборки, субботники, которые помогут решить задачи трудового воспитания. Мы полностью согласны с тем, что труд дисциплинирует человека, делает его более собранным, ответственным. Находясь на заслуженном отдыхе, я решила принять участие в этой акции и повести за собой молодых специалистов, чтобы они никогда не оставались в стороне, шли в ногу со временем. В чем для вас смысл подобных акций? Подобные акции – это повод вспомнить о том, что педагогическое наследие таких великих педагогов, как Константина Дмитриевича Ушинского, Антона Семеновича Макаренко и других великих отечественных педагогов – это тот золотой запас идей, подходов и практик, который продолжает определять вектор развития современного образования. «Карча будет жить на сцене вечно». Спектакль по пьесе народного поэта Карачаева-Черкесии Дины Мамчуевой о предводителе карачаевского народа продолжает гастролировать. Постановку, рассказывающую о возвращении карачаевцев во главе с великим Карчой на историческую родину после нашествия Тамерлана, посмотрели уже в нескольких десятках населенных пунктов. На одном из показов в селе Чапаевском побывала и Алла Качиева. Это очень ответственная тема для нас всех. Вот Карча, мы всегда мечтали о том, что вот будет пьеса. Обязательно родится эта пьеса, и мы любой ценой осуществим постановку Карчи. Желание народного артиста России Азрета Акбаева, как десятков его коллег по сцене, исполнилось. Народный поэт Карачаева-Черкесии Дина Мамчуева преподнесла очередной подарок карачаевскому народу. О легендарной исторической личности Карча повествует очередная пьеса драматурга. Аны татлы эткен хорламды.
«Корча» – это завершающая часть исторической трилогии автора. Первые две пьесы «Мурат и Зумрад», «Закат Алании» были также поставлены Карачаевским театром. Их посмотрели зрители Карачаево-Черкесии и не только. Что же касается спектакля «Корча», постановка рассказывает об истории 1396 года, когда Тамерлан уничтожал целые города и народы, в том числе и Аланию. После гибели отважных воинов, оборонявших Эльбрус, он увез в Самарканд не только материальные ценности, но и людей. В империю тимуридов был угнан и мальчик Корча. Там он получил образование, стал военным. Но стремительная карьера не уничтожила в сердце Корчи любовь к родной земле, за которую погиб его отец. Сын собрал сподвижников и покинул Самарканд. Ему удалось возродить землю предков. Я напоминаю просто, что это о героическом сыне карачаевского народа, полководце, предводителе карачаево-балкарского народа, об основателе нашего народа. Это великий Корча. Вот. Мы этот спектакль не будем списывать, мы будем каждому подрастающему поколению из года в год будем показывать. Мы сейчас показываем этот спектакль в возрасте с 14 до 16, это по пушкинской карте, и старше. Корча Наурус Адурхай Трамбудиян. Пять воинов, восстановивших холландскую государственность после нашествия. В спектакле занят весь творческий состав Карачаевского театра. Молодой и талантливый артист Шамиль Мукаев воплощает на сцене великого предводителя и основателя карачаевского народа Корчу. Также в главных ролях задействованы корифеи театрального искусства, известные артисты Азрет Акбаев, Руслан Гочияев, Руслан Темрезов и многие другие. А миссия показать масштаб личности Корчи на сцене Карачаевского театра досталась заслуженному деятелю искусств Кабардино-Балкарии Магомету Атмурзаеву. Планы есть у нас поехать в Нальчик, в Тарнаус, ну и в Ставрополь повторно, Кисловодск с этим спектаклем. Так что наш победоносный спектакль Корча продолжает свои гастроли, свои малые гастроли, большие гастроли. Надеемся, что мы поедем в Москву, в Петербург. Переговоры идут. Вот, ну, пока нам обещают. Алла Качиева, Медина Джинкезова, Левастанов, Олег Малхожих, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаево-Черкесия. Село Чапаевское, Прикубанский район. Далее наш эфир продолжит рубрика «Сила права». Наш корреспондент Белла Джазаева встретилась со старшим помощником прокурора республики Еленой Дармограевой и прокурором отдела прокуратуры республики по надзору за исполнением федерального законодательства Альбиной Экба, чтобы обсудить тему защиты прокурорами социальных прав граждан. Программу смотрите далее. Прощаюсь с вами. Хорошего вам настроения и всего доброго.